Священник мне дал ответ, что сердцем, конечно, можно, ты этому никак не прикажешь, но разумом надо желать людям спастись, исправиться, искупить свои грехи. Поэтому и в отношении работников СИЗО, и в отношении следствия, и прокуратуры предложил мне использовать следующее правило. Вот каким судом судите, таким и судимы будете. Поэтому всем предлагаю руководствоваться этим библейским принципом при принятии решения.